Я давно заметил, что вам очень нравится смотреть ролики про разных знаменитых детей и подростков. Конечно, ведь в мире добиваются успеха чаще всего уже взрослые люди. Поэтому нас так поражает, когда совсем еще юные представители общества становятся известными и богатыми. Кстати говоря, если ты еще не видел предыдущие части, то обязательно кликни на подсказку, там ты найдешь все, что тебе нужно. Всем привет, с вами Вова Кес, и это самые популярные дети и подростки, часть 4. Поехали! А начну я с очень юного кумира многих девочек и мальчиков Кати Адушкиной. Ей всего 13 лет, но на ее YouTube-канале уже более 1 000 000 подписчиков и более 140 миллионов просмотров, а на Instagram подписалось 660 тысяч человек. Вдумайтесь, свой первый ролик Катя опубликовала 3,5 года назад, то есть ей было всего 10 лет. Помимо блогинга, девчонка занимается танцами в Todes и снимается в клипах. Также она является ведущей на радио Kids FM, и у нее уже есть собственное музыкальное шоу, которое гастролирует по городам России. Внешность, модная одежда, яркая и успешная жизнь делают Катю настоящим кумиром для многих подростков. Кстати говоря, недавно она обрадовала своих поклонников признанием о том, что все-таки встречается с 17-летним Никитой Златоустом, который является участником ее шоу. Да, я встречаюсь с Никитой Златоустом. Хотя некоторые все-таки были возмущены, что столь молодая девочка уже думает о мальчиках, а тем более о таких взрослых. Еще одна популярная девочка Ютуба – это 14-летняя Варя Стефанова. На ее YouTube-канале уже более 700 тысяч подписчиков и 330 тысяч в Инстаграме. А такие показатели – это мечта для любой девочки, которая хочет стать популярной. Варя, так же как и Катя, танцует в Todes, и раньше они являлись чуть ли не лучшими подружками, которые выпускали много совместных видео. Но на данный момент они не общаются, по утверждению самой Кати, из-за того, что им просто стало неинтересно вместе. Нам просто тупо перестало быть интересно друг с другом, и все. Хотя поклонники убеждены, что их поссорила девочка по имени Лера Кашапова. Следующий популярный подросток, о котором я хочу рассказать, это 17-летний Брайан Мапс. Успех этого парня действительно ошеломительный, ведь на его канале 5,5 миллионов подписчиков и более 1 000 000 просмотров. Максим Тарасенко, именно так по-настоящему зовут блогера, создал свой первый канал еще в 2011 году. На нем он выставлял различные летсплеи и обзоры, затем в 2012 он открыл второй канал, куда он начал выставлять видео про Майнкрафт, блоги и скетчи. На данный момент парень занимается только юмористическими роликами. Беременна в 16. Еще одного успешного подростка зовут Бен Пастернак, ему 17 лет и он родом из Австралии. Уже в 14 лет Бен сумел заработать около 2 миллионов долларов за счет того, что создал игру Impossible Rush, которую скачали более 1 миллиона раз. После такого успеха ему посыпались предложения по работе, в том числе от Google и Facebook. Но парень отказался и продолжил заниматься своим делом, создав приложение, где подростки могут продавать свои ненужные вещи. Следующим творением стал видеочат Monkey, которым пользуется более 2 миллионов человек. Сейчас Бен живет в Нью-Йорке и работает в своей компании, не покладая рук, по 16 часов в сутки. Напиши в комментариях, а кто из детей и подростков нравится тебе, и ставь лайк, если тоже хочешь стать популярным, как они. Ни в коем случае не забудь посмотреть другие мои видео. Всем пока!